Her yakim o medonim ki zistan abadine ist. Amun dar bandi tashvish hoye ruzgar mo in ro faromush mekunim. Вақти бемор шавем ё касе аз наздиконамон ото бошад, ин гуфтаро ба хотир меорем. Ҳар як нафас, ҳар як табассум арзиши баландеро пайдо мекунад. Вале ҳатман бояд бемор бошӣ, ки ин арзишро қадр созӣ. Кам нестанд шахсоне, ки абадӣ набудани ҳаётро хуб мефаҳманд ва барои ҳаёт мубориза мебаранд. Шарт нест, ки табиб یا نجات بخش، آتش نشان یا معلم باشی. کافیست که فقط باشی. کافیست که به دنیا و آدمانی که ما را احاطه کردن نظر دوزی و زیباگی های عالم را احساس نمایی. خوشبختی هم همین است. خوشبختی دیدن هم دیگر و در غم و شادی با هم بودن است. تشکر که شما اینجایید. Bon moyen.
каждый из нас знает, что никто не будет жить вечно. Правда, в суете повседневной жизни мы не помним об этом. Но стоит заболеть нам или нашим близким, мы сразу вспоминаем. Мы сразу вспоминаем, как много мы хотели успеть сделать. Сколько важных слов еще не сказали своим близким людям. Каждый глоток воздуха, каждая улыбка, все приобретает для нас особую ценность. Есть люди, которые постоянно находятся в понимании того, что мы не вечны. Это их выбор, и они не просто наблюдают за жизнью. Они активно за нее борются. Для этого не обязательно быть нам врачом или спасателем. Достаточно просто быть. Достаточно просто обратить внимание на мир вокруг, на людей, которые нас окружают, и почувствовать себя частью этого мира. Это и есть счастье. Счастье видеть друг друга, вместе проживать эту жизнь и в горе, и в радости. Спасибо, что сегодня вы здесь.